Всем привет, ребят! Ну что, вот есть инфа о новом питомце. Такой вот питомец, пасхальный кролик. Все-таки это будет никакой там не гремлин, гоблин и прочее. Это будет пасхальный кролик. Не знаю, будет он донатный или нет, но судя по тому, что его показали в фиолетовом яйце, скорее всего, он будет с редких и донатный. А возможно и нет, посмотрим. Но в последнее время в битве замков у нас все крутится только вокруг доната, и все зациклено на донате, поэтому ничего, скажем так, нового мы для себя не откроем. Есть некий такой перевод, что он будет, уже питомцы будут иметь две формы, то есть как у нас многие герои начали, так уже и питомцы будут переходить с одной формы в другую. Он будет опять же на дамаг ориентирован, он будет давать дополнительные дама героям, которого и так, в принципе, с головой уже хватает. Куда уже дальше, ну еще будет давать дополнительно увеличивать атаку на 70 в течение 6 секунд, после чего будет переходить в обычную форму, ну пока непонятно, будем посмотреть. Вторая форма будет кролик Пасхи, кролик превращается в цветного монстра и активирует пульсирующую ауру на 3 секунды с постепенным увеличением радиуса. Союзники в этой зоне получают иммунитет от всех эффектов и урона с вероятностью 100%, кроме отражения. Также восстанавливает здоровье своей атаки каждые 0,5 секунд, повышает уровень энергии на 15 единиц, кулдаун 3 секунды. Не знаю, судя по всему, это очередная, ребят, у нас будет имба. Посмотрим, что же все-таки придумают дальше. Ну, такой вот питомец будет, пока нету инфы об обнове, а о том, что введут, кроме скинов, там, прокачки здания, скиллов, неизвестно, что будет. В общем, ждем, ждем. Я уже ждал на этой неделе, и, судя по всему, обнова будет уже на следующей. Так, в принципе, с этим разобрались, поехали. У нас сегодня открылся уже, наконец-то, архидемон. Точнее, для меня он открылся, я на русский сервер редко захожу. Вот мы нашли кое-что ценное. Ничего себе, ребятушки, мы нашли его. Вот то, о чем я рассказывал вам. Это возможность добывать дополнительные ресурсы с шахт гоблина. Вот, допустим, с этой я получу 90 кристаллов. Там все в зависимости от ускорения, можно еще больше за самики. Можно завершить, как видите, это 4 часа идет. Так. Не забегал, сразу говорю, не забегал я на этот аккаунт пару дней. На бездона не было у меня и времени, и возможности. Постараюсь это все исправить. Но ничего себе, прям имба талантик выбили. Так, надо будет поставить себе напоминание каждый день. Поставим так вот, вместо ожога, ремку. Так, ну сегодня у нас по плану архидемон. Посмотрим, что мы там сможем вообще моими героями сделать. Хотя я знаю, что там ничего не смогу сделать. Но хотя бы хоть какой-то урон набить, думаю, сможем. Так, очередной. Есть. Надо забрать за вход. Ну, тут я не буду это забирать, слишком жирно для меня. Вот у меня шахты гоблина открылись. Будем получать дополнительные бонусы. Так, ну следующий этап у нас 8000, это Колизей. Вот ради этого, я думаю, мы будем качать силушку. Я буду ее качать в первую очередь. Так, ну что, давайте попробуем волну F фармануть. Я думаю, вряд ли я ее тут зафармлю, рановато мне еще с моими героями прокачками. Мне бы отхила побольше. Все, тыкву слили. До свидос. В общем, для бездоната, я вам сразу говорю, очень проблемно что-то сделать на архидемоне. Ну, это хоть какая-то минимальная там возможность получить. Ничего себе, посмотрите, что они делают. Кулачки для прокачки эволюции героев. Да, это просто заявка на победу, ребята. Но сейчас они, как обычно, выйдут с другой стороны. Ну, то, о чем я говорил. Все, до свидос. Так, окей. С этим мы разобрались. О, ничего себе, ребятушки, меня просят задонатить.
Я бы с радостью. Это бездонатный аккаунт, и ничего, в принципе, интересного, как бы для бездоната это топовые плюшки. В любом случае, ну, в нашем случае мы сказали, мы играем без доната. Так, поехали, Архидемон. Я вам показывал уже угольную, рассказывал о ней. Следующее, что у нас будет, это сегодня Архидемон. Архидемоны бывают очень разные. В последнее время я вам показывал составы, какими надо быть. У нас каждую обнову меняются таланты. То было топовое замедление, потом топовым стал раскол. После раскола сейчас новые руны и таланты, точнее эмблемки талантов смотрителей. То есть они уже рулят, они наносят дополнительный удар. То есть фактически герой у вас бьет не один раз, а три получается. Один свой, два от смотрителей талантов, то есть от руны и от таланта самого. Идем к архидемону. Архидемоны бывают разные, черные, белые, красные, заразные, не заразные. В общем, у нас их меняют. Ну, есть стандартные, есть такие, которые отражают, есть такие, которые имеют определенные иммунитеты, есть, которые не имеют иммунитетов, наносят огромный урон. То есть об этом мы разберемся. Вот сегодня у меня такой вот вызывает монстр урон по зоне, иммунитет к эффектам уменьшения энергии. Что для него надо? В первую очередь это, конечно же, тыковка. То есть для ускорения без тыковки вы тут ничего не сделаете. Раньше мы брали когда-то купидонов, потом это все как бы из-за наших обновлений все меняется, и купидон стал неактуален, друид стал неактуален. На такого вот архидемона, который вызывает монстров, урон по зоне, иммунитет к уменьшению энергии, надо брать... Можно без донатным составом, я вам покажу потом на обнове. Что надо для него брать? Как видите, он вызывает ловцов, которые имеют восьмой разброс. То есть герои, которого будут атаковать вблизи, на них будут вылазить там периодично ловцы с разбросом. То есть вашу тыковку могут забрать энергию там либо любого другого героя. Что для этого героя как бы самый топовый состав? Я вам просто расскажу, я не смогу всех поставить. У меня тут нету таких героев. Первое тыковка. Второе химка. У меня, кстати, тут химка вроде есть. Да, есть. Ведьмочку можно тоже брать. Ну, мы возьмем ее, потому что у меня, как бы, я вам показываю, но мы дальше качать этот весь состав не будем. Просто пробный тест сделаю, вам покажу, что может бездон, такой как я, вообще без ничего сделать здесь. Ну, конечно же, ничего. Даже Драйка возьмем. В идеале на этого архидемона Химка, Укротитель, это стандарт, Ведьма, Фрея, Стрелок, и кто там у меня? Химка, Укротитель, и Тыква. То есть таким составом как бы можно набить топ. Он у вас станет по зоне, то есть вариант есть использовать вместо там той же самой Химки, например, либо вместо Стрелка пробовать использовать... В принципе, стрелок наносит тоже нормальный урон. Лучше, наверное, химку даже убрать. Можно огника, можно вольта. То есть варианты есть, чтобы убивать, это будет убивать быстрее, будут убивать этих ловцов, и плюс его будут не давать ему возможность активироваться. Ну, в общем, таким составом мы тут сейчас топового результата однозначно не получим. Давайте питон. Ну, хотя, в принципе, даже питомцев, если мы расставим, это все равно не спасет. Но я вам просто расскажу, что по питомцам сюда будет хорошо заходить. У нас есть такой питомец, как Чикабум. Вот этот, он всегда используется на архидемоне, потому что он дополнительно наносит, дает возможность нанести цели больше урона. Также на укротителя, но у меня его здесь нет, у меня тут есть другие, приветствуется вот такой вот слоник, он дает защиту от стана. На химку, ну и максимум от хила, то есть это Рудольфик берется, кто там у нас еще будет, ведьма, да, на ведьму карася, ангел. И панчбокс, если у вас есть, тоже неплохо здесь зайдет. Для чего панчбокс? Он по окружности бьет и тоже ловцов может убивать. И можно джели поставить. Так, он там еще Драйка взяли, по-моему. То есть такой вот состав, я не знаю, тут меня сейчас, наверное, вот, пока у меня есть защита, а за пару минут меня вынесут, скорее всего.
пару минут, за пару секунд. Потому что для архидемона это немножко не тот состав. Да и вообще не те прокачки. Ну, то есть можно кидать, ну, издали кидаем, потому что у нас других вариантов просто нет. Он бешено будет сейчас дамажить. Вот, видите, урон по зоне. Мои нуба-герои пытаются что-то сделать. Вот он ускоряется там и все. И на этом все заканчивается. Вот вся жизнь без доната. 20739. Это серьезный результат. Заявка на победу. То есть, посмотрите, ну, просто вынесли. Я не успел кинуть магию, меня уже просто ушатали. Вот мелкие гоблины, ловцы, они просто тупо ничего не дают сделать мне. Вот они. А такие вот одноглазые. 26, ребятушки, мы улучшили свой результат, даже хоть и слились. То есть, вот, такой вот такая вот очередная локация, которая у меня открылась. Знаю, вы хотите больше трешечка, больше видосиков отсюда. Развитие будет все, у меня просто, ну, по времени, я вам сразу же говорил, что я не буду тут сидеть залипать сутками на нем, я буду его качать, как обычный человек играет, то есть без всяких там задрост и прочего. Ну, конечно же, буду тоже в ускоренном режиме это все делать. В принципе, все, я вам рассказал, показал, уже покажу основы, составы разные. Все, ждем обнову, ждем нового пата, посмотрим, что он все-таки сделает. Все, всем удачи, всем пока.